Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я тренер компании Sony. В первую очередь я хочу поблагодарить вас за выбор техники нашей компании. Сегодня я вам расскажу о том, как делать портретные фотоснимки. Это снимки, в которых основой композиции является человек, а плавно размытый фон это подчеркивает. Раньше таких снимков можно было добиться только с помощью зеркальных камер с применением специального портретного объектива. В вашей фотокамере есть специальный режим, который позволяет добиться именно таких снимков. Существует ряд правил, следуя которым вы сможете создавать подобные снимки. Наиболее выразительные снимки получаются в тех случаях, когда мы снимаем человека крупным планом, то есть по грудь, или средним планом, то есть по пояс. Оставляйте больше пространства в направлении взгляда вашей фотомодели. Старайтесь выделять не только лицо, но и наряд вашего героя. Одежда не должна быть одного цвета с фоном. Включите камеру. Переключите камеру в режим сцены. В режиме сцены вам необходимо выбрать сцену «Расфокусировка фона». Свой выбор вы подтверждаете нажатием на центральную кнопку управления. Вы можете изменять степень эффекта. Для этого вам необходимо зайти в меню и в режиме эффекта выбрать степень размытия. Доступны три варианта. Высокая, средняя степень размытия и низкая. Свой выбор вы подтверждаете нажатием на центральную кнопку управления. Настройка камеры завершена. Я надеюсь, что эта функция поможет вам реализовать ваши творческие задумки. Побольше вам экспериментов и хороших кадров!